Всем привет, с вами Мимико, и это Bridge Constructor Portal. Поехали. Пятьдесят седьмой уровень, шестиэтажная история. На каждом... А, на двух этажах кнопка. А, ну по стандарту будет одна падать, да? И здесь кнопка, и здесь кнопка, и здесь кнопка. О боже. На самом деле ничего хорошего. Опять, как всегда. Значит, здесь она пойдет в голубой. Дальше она пойдет из голубого в красный. Из красного пойдет в фиолетовый и пойдет сюда. Ага. И прямо так. Ну, в принципе, ладно, это по прямой можно соединить. Хорошо, из этого синий, из синего в желтый, из желтого в зеленый, из зеленого. Слушайте, а можно просто в середине соединить, я думаю. Здесь как-то все выглядит слишком просто пока что. Сейчас затестируем. Так, здесь, наверное, вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас еще это все будем на тросы, наверное. Я не знаю, треугольники делать или нет. Здесь все-таки по одной машинке будет. И мне нужна такая уж сильная... такое уж сильное удерживание, скажем так. Так, а здесь есть вверху. Давайте я тогда вот этот подниму мостик вот сюда. Чтобы была возможность закрепить. Вот так, я думаю. Даже можно, в принципе, вот так. Так, хорошо. Тут тоже по прямой. Это, конечно, такой фановый вариант. Я думаю, он не сработает. Что-то должно будет пойти не так. Thank you.
Ну, одна, в принципе, доезжает, и это хорошо. Сделаем только небольшой, наверное, вот такой вот подъемчик, чтобы ничего не сломалось с первого же раза. Ну, почти. Значит, там просто уберем вот здесь небольшой подъем, чуть-чуть его сделаем менее крутым, и будет выполнено. 58 уровень называется «Малая отдача». Центр развития, к сожалению, сообщает вам о том, что пройти следующий тест невозможно. Даже не пытайтесь это сделать. В общем, мне просто нужно вот здесь сделать прямой мостик, но это не так легко. Так. Давайте-ка мы сначала сделаем вот такие штуки. Я примерно прикидываю, как это сделать, но мне нужно сделать здесь хорошую устойчивую конструкцию с этих сторон, чтобы нам вот так вот навес сделать туда. А потом зацепить его, наверное. Наверное, вот так вот сверху он будет просто цепляться и висеть. Я не знаю, пока. Пробуем. Пока что пробуем. Чудо чудесное, и еще раз давайте на это посмотрим. Оно, конечно, все ломается. Это все неправильно. И, в принципе, наверное, нужно сделать здесь просто вертикальные башни и за него зацепить мостик. Не так уж и трудно.
Ну что ж, на этом пока все. Остается у нас два уровня. И, конечно же, все колонны. Увидимся с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока-пока и до встречи.